На парламентских выборах в Болгарии побеждает партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. По данным экзит-полов, за нее проголосовало около 31,8% избирателей. Партия Борисова в своей предвыборной платформе обещает ускорить процесс присоединения страны к еврозоне, увеличить минимальную зарплату, активнее бороться с преступностью и коррупцией. На втором месте, по предварительным данным, главные соперники проевропейцев – Болгарская социалистическая партия во главе с Корнелией Ниновой. Она набирает чуть меньше 28,5% голосов. Социалисты также обещали бороться с коррупцией, обеспечить господдержку производству и земледелию, доступность образования и медицинских услуг. Президент Болгарии Румен Радев призвал политиков проявить ответственность. Несмотря на совпадение в программах, лидеры двух ведущих партий не хотят вступать в коалицию друг с другом. По данным экзит-полов, 4-процентный барьер для прохождения в парламент также преодолели коалиция «Объединенные патриоты», «Движение за права и свободы» и партия «Воля».